Всем привет, с вами Маш Смолот. Продолжаем серию шахмат. Последнюю, значит, мы вырезали пешечку. Вот, а сегодня получается ферзя мы тоже в прошлый раз доделали. Получается, нам осталось только король. Ну, помимо того, что нужен полный комплект. У меня есть два таких прототипа. Этот мне совсем не нравится. Совсем какая-то квашня получилась. Вот этот ближе уже к тому, что я хочу. Но здесь, как видите, я уже пыталась его немножко морить. И даже лаком покрывала, чтобы посмотреть, как это смотрится. Вот. Но все равно здесь вот черепушка мне не очень нравится, как выглядит. А шапку я возьму с этой. Отрезала сейчас себе брусочек 4 сантиметра. Относительно ферзя нормально, сета больше. Вот, ну, саму черепушку больше делать не буду. Размер будет больше за счет бороды и шапки. Сегодня снимаю немножко с другого ракурса. Посмотрим, как будет. Приступаем. Thank you.
готов основной набор. Шахмат. Король, ферзь, слон, конь, ладья и пешка. Вот. Король у меня получился такой немного похожий на Санта-Клауса. Вот. Но это белая фигура, поэтому он останется таким добряком. На темную фигуру я сделаю его, конечно, посмурнее. Вот. Ну а в целом такой вот наборчик готов. Осталось мне все это дорезать, скажем так. И в следующем видео, я думаю, уже будет полный набор, и я покажу, как это все выглядит. А через одно видео будет видео о том, как я оформляю коробку. Всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось, ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на мой канал. Тогда вы точно не пропустите новые видео. Пока!